Привет, дорогие друзья! Я хочу рассказать вам сегодня про слово straight. И Варя послушает. Вы же любите ее? Вот! Вот она! Она наконец-то появилась. Итак, про слово straight. Кстати, если вы приедете на восточное побережье Штатов, вы услышите, как они говорят straight. Это нормально. Слово straight переводится прямой. Также у него есть омофон, и пишется он вот так, и читается тоже straight. И это уже пролив. А еще у straight... Подожди секунду. Еще у straight есть очень замечательное значение. Так вот, это не пидор, а это как раз таки гетеросексуальный... Не пидор. Я не имела То есть не пидор, человек гетеросексуальной ориентации. Поэтому пойду-ка я пострейчу. Поэтому, если вдруг в каком-нибудь баре Сан-Франциско к вам подвалит какой-нибудь молодой человек, вы скажете «Oh, no, 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 sorry, I'm straight».